Кто-нибудь банка, пожалуйста. А вот стоит не надо. Где-то столик. Так. Пятая пати печенька на червях, четвертая пати ромб, третья пати полумесяц. Вот это ДД, которые будут. Так, рыбу кушать. Магии баньки, что ли? Настя, у тебя билд с фридомом? Нет. Заебись еще. Нет у меня. Заебись, будем дыхание ловить. Молодец. Откуда он у меня сидит? А у нее хпал ПВП. А если он будет тогда пока что в ретрике на первом боссе? Все равно 4 хила хватит. Спекнулся? Вообще на голову. Сейчас запускаем. Я уже называл по меткам, надо было не в кашле. Войд, заберешь на себя жуткую, фонарь заберешь кислотную. Фонарь первый начнешь. Сука, звук ебаный отключить. Думаю, без Боба проживешь, да? Ну, если что, клиент повис, не отвисает. Ты кто? Так что, если что, мне надо лучше умереть. Ну, вагон, блядь, что тебе можно сказать? Как только сразу босс пыльнулся, вот этот Минотавр, они сразу отвис... О, отвисает, отвисает потихоньку. Что за хуйня? Короче, дал ему грамоту. Эй, Кирилл, какой я забираю? Напомню, я забыл случайно. Зеленый. Кислот. А, все. Зеленый кислот. Забыл? Да, случайно. Здрасте, бля, опоздал чуть-чуть. Нет, Настя? Да не, почти не опоздал, забыл. Тебе показалось, что опоздал. Где размораживание из зоны? Все, уходи. Не добивайте тут. Позже только играть. РДТ раньше набрали сразу, хилам оставили место. Полу
уже аккуратно, мили отошли. Все, раньше набрали в пизду. Разошлись, набрали раньше. Вообще милики, все раньше набрали речь. Я сакру дам. Дал сакру. Команд на огонь, нажмите. Середа и наркотик. Помыкла. Отдала уже. Блять, фонарик как? Ладно, так. Уже пойдет. Уже пойдет, ладно. Вопросов нет. Ты во мне сомневаться начал? Я же помню, как ты меня учил. Сбежали все. Вот столба, прямо столб лежит. А череп отошли быстрее. Ну, блять, петов убирайте на. Повезло, что пета не ударил. Пиздец. Фонарик, как босс? Так. Ну сразу почему он так не стал? Вроде так стал, не? Или я не так? Ты даже попугай говоришь, что не так стал. Правильно все сделал, он врет. От цветы отбежали все. Кринжкинг, блять. Ой. Везет, что у нас кунка есть. Задамал. Да там я смотрю, суета в говношмоте дамажит столько же. От шмота отказывайтесь, но остальное можете не видеть, как обычно. Андрей, ты тут? Да, да, он мне отвисло. Чудо. Все нормально. А что? Ну, я говорю, нормально, не лагает у тебя? Не, нормально. У меня просто как картинка повисла, я думал, что все, у меня без клея. Дозерону помолился, что больше не лагало. Ну, а что еще остается делать, как ты думаешь? Какая это, блядь? Я думал, все, надо, типа, клиент закрывать, но он отлагал. Фонарего! Гоу. Ой, смог бы в ДД спехнуться, ну да ладно, похуй. Могу. Не надо уж. Это самый крутой ретрик, которого вы увидите за всю историю. Да две сакры нормально. Самый кринж, блять. Осуждаю. Не стакус. Такое никто не должен говорить. Да, Юля, мы тебя все прекрасно понимаем. Тут полностью тебя поддерживаем и согласны. Мы также не гадуем. По-любому пишет Т4 хуйня. А чё каска? Оно там ротацию просто добавило, холи пал. А по факту Т4 там вкусное. Каску я не ебу, я прото бафу. Нет, ты, это каст. А. Врата свечи не убили быстрее. Второй каст. Бэби Мун, у меня босс убивает, почему косты не кикаются? Пошел ты в жопу, блядь, с этими костами, нахуй. Раги нет, скажи.
Кстати, реально энергия. Там, блядь, энергии пиздец требуется, пинок ебаный, 25 целых. Че ты пиздишь, он 5 стоит. Какой нахуй 5, блядь? Спорим, что-то около 20, если не больше. Сейчас ну, даже гляну. Около, около. 15 энергии. 25 пинок, нахуй. А 25? Короче, первый сокрул даун. Потом ты уже знаешь. Дал спо. А, кунка еще умрет. Давай, второй, давай. Ман огонь дайте, прохил. Небольшой там дайте. Тут больно нахуй. Клемов добивайте быстрее. Угу. Бывает. Кринжа убила. Давай. Кринж умер. Кринж кинг получается. Босса не бейте. О, заберу кольцо, наверное. Не, ну сегодня выбор падает со 100 пудов. Ебать, утешение. Первый раз вижу такое. Надеюсь, Павел не спиздит это кольцо. Я взял на хпал. У тебя уже череп есть, кунг. Так что? Нет. Не меня один Патриньку скажи, что тебя нету. Все хорошо. Отведите все. Заговора здесь нет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Ну что, блять, операция хуёвый щит, да? Угу. Сколько времени? У меня... 23 956. 23 957. Нормально. Какая-то странная хуйня с видюхой. Что? Температура 47. Не меняется. Может, я на экране вижу? Нет? Я уже видел эту. На левой стороне идите там. Ну ты в два хулипала хильси, короче, там это. Фредрик больно будет бить. Подстан. Диспел крик. Остальные встаньте все сюда к решетке. Настя, нажмешь ума. Скажи, да. У тебя броня стоит? Да. Отошли все к решетке, ребят, быстрее. Дай, пожалуйста, скорее всего, тотемы там туда в крест. А, ты уже поставил, вижу, все, я тебе перекину. Все, Арчина плотно. Швей Апсандра, в чем проблема? Отойдите все к решетке. Пуляйте. Настя, жми. И отводите сразу. Каплю тебе дал. Все нормально, мне лучше. Ромбик гриппайте. А, блядь, забыл сказать. Север, звезду контроль. Этот серый, продлевай циклоны. И Адель Хекс. По печеньке Барбарос. Что-то я, блядь, забыл назначить. Печеньку. Грипните сюда. Каток разлей, хант.
Войт, ребафни протобафку уже. С меня сняли. Звезду максимальный контрол продлить. Давайте кто-то спал в бабл. По звезде играть. Пока ничего не давайте, например, дизарм. Играйте по кресту. Блять. Если частица спала свой-то. Бывает. У меня вроде и не было ее. Две, да, наверное, была. На фонаре. Да вон и фонаря все бьют, все 4 кило. Че ты развлекаешься? Грипайте полено сюда. Пойду я в ним, блять, блин. Давайте быстрее, скучно нам. Что это было? Фир? Да, ну так что лучше стой здесь. Вы можете вести все сюда, милик. Похуй. Короче, да. Слышь, фонари, веди, веди сюда эту хуйню. По Редрику поедем. Каток разливай. Руку потеряйте. По ДКшнику корни, что-нибудь давайте там какую-нибудь хуйню. Потом по роге играем, после пала. Бабл. Нет, я не заболела. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Все, мою сущность возьмите все. Так. Синрицу по напуливай, пройду я по фонарю. Адо. По войду тоже напулим. Серый, полови, пожалуйста, с правой стороны. Андрей, ты давай с левой половишь. А не, стоп, Андрей, ты баф будешь вешать. Нихуя. У нас с собой нет. Ты вместо анхолика будешь баф вешать. Так. Суета. Суета с левой стороны.
Видите, написал, ждите, он пусть. Блять, сальва. Какая сальва, блять, смысл от нее вначале банить? Ничем тебе не поможет. Вот Боб поможет. Боб, да. Я не понимаю, нахуя варом столько 3D сделали по нагрен набору. Светлые сущности взяли, по рамбу поехали. Темные сверки ловите. Это только варомса. Ну так я про варомса и говорю. Ёбнутые 3 так какая-то вообще. Это потому что у меня ни одного таланта нет, который снижает агро. Да не у тебя одного, там много у кого его нет. Ну из-за критов, наверное. ДК вроде то, у ДК вроде тоже нет. Блять, точно. Нормально. Что я забыл, нахуй, похуй. После этой дай себе круг, наверное. Ой, продли сокрой переводить. Лагает, так что, блядь. Мне тоже FPS просинает под лагом, пиздец. Не надо было БР тратить совсем. Ладно, похуй. Темные сущности взяли, все по звезде поехали. Убирать. Рислин, дай сокру. Наконец-то, блядь, два месяца. Все трини собрали, которые его можно вообще. Кунка, ты помнишь условия пакта? Пакта, блядь. Да реально, наконец-то этот выбор выполнил. Два месяца, блядь, он не падал. Я хуею. ГЦ фонарь. На, ГЦ фонарь. А, ну все. Пакт отныне расторгнут. Можешь забирать. Почему фонарь? ГЦ фиеста, правильно? Почему? Не, а фиеста. Надевай его сразу, слышь, Феникс. Реально, блядь. Реально. У тебя нет такого черепа, Кунг? Нет. Да у него есть череп. А тебе вот это с критом не четче? Не, оно заебись, но оно перекап дает, типа. Вон там шмот, да. Фонарь, шмот по скрине, если надо будет на будущее. А, кстати, да, спасибо, что напомнил всегда. Ну, где? А. Шмот по скрине. Когда-нибудь я блокеры сделаю. В хорошем будущем. Все надо, ну. В толках хэм выходит, и сразу ВК, блядь, можно забить болтку. А можно и раньше. Что, не, ну, типа, хуй знает, на мультика, типа, пригобис, нахуй. Оно даже считает бис будет до этого, блядь, за сока, нахуй. Спасибо, Войц. Буду собирать. Это прям 100%, нахуй.
Она не поменяется, это за ЭСО. Это типа норма. Слышишь, Кирилл, смотри, у меня, короче, такая хуйня. Монитор вроде работает, все, но почему-то видюха дает такую хуйню, монитор гаснет, короче, на секунду, на полторы. Полностью черный становится. То есть я не знаю, что это, блядь, может кто-то знает. Но это... Это у тебя, посмотри кабель, нахуй, у меня такая хуйня была с монитором. В итоге, блядь, оказалось, я думал, монитор, блядь, что-то подлагивать начал, а в итоге оказалось, что это ебучий кабель, который идет от системника, блядь, к твоему монитору, нахуй. У меня ровно такая же хуйня, который, главное, ебнулся штекер, блядь, ебаный. Вот этот кабель. Ебаный штекер, он, да. Блядь, через раз там, короче, он же, типа, есть старые, которые вот на две такие пиздюльки закручиваются, да, а есть, да. Типа, новые, которые вставляются. И вот там одна сторона, блядь, допустим, проводик, допустим, один оголился, там, ну, ты его не видно под резиной этой всей хуйней, но он, короче, типа как отвалился, из-за этого, ну, соответственно, там теряется какая-то фигня, и он, типа, у тебя гаснет. У меня короче, такая фигня была. Короче, с одной стороны он старый, который втыкается в монитор, а другой, который в комп втыкается, он HDMI, он другой, блядь, не такой, не закручивается, просто втыкается. Там у компа вроде... Короче, я к чему эту всю хуйню? Ты тоже таймер включи. Вот, потому что на слух-то я слышу, а вдруг оно погаснет, когда мне станет надо, чтобы ты это сказал. Только там уже задержка секунды. Мирай, собьешь сверху печень. Адо, понапуливаешь с правой стороны. На второй фазе, который копатель с креста выходит, его не надо трогать. Швепс, даешь ему шакл, только не обосрись. Швепс. Не проспи, Швепс, прием, блядь. Раз-два, раз-два. Не проспи и копателя на второй фазе, с креста его шагли. Да я слышал. Ты так говоришь, как будто я хоть раз просыпал. Ну мало ли, блядь, я просто напомнил. Ага. Я в хапалах не шарю, у нас он... У владычицы, по-моему, это Т4, там не собьет он щит, там абсорб же дает. Ну, этот, воину не сломает. Это... Не знаю. Какой не знаю. Не, просто не надо на меня его и все. Так она хилить тебя будет. Арислин, он вешает. Пускай Арислин частицу на меня и хуярит, и все. У Арислин же нету 4 до 4. Юля, ты тут, да, не хиль война, а то реально в сорб кинется, там будет хуёво. Пускай Реслин тупо хилит война и все. Охилил. А чё по хилкам? Что? А как насчет бопов? Какая очередность? Реслин первый, Ринда вторая, Мейклав третья, Фонари четвёртый. А, да ты услышал, ты с правой стороны напуливаешь копателей. Все красава, вообще на полубав пришли. Ученые. На исходной стадии. 3, 2, 1, пол. Блять, не того напульнул. Копатели вышли. Black Dark можешь сорвать после инвиза. Блять, точно надо же тебя озвучивать. Он следующий по озвучу. Ну 28 я дал. Следующий по откату. Копатели 5 секунд. Почему же 50% нет? Пинч сейчас рвешь.
Витьку, который сейчас орвет. Центр отбежали, ждем. Реснин. Сам по себе боб наш. А, блядь, все, сферку сбили. Беба, позбивай сферки, пожалуйста. Второй боб. Масть. Мирая выбежу. Отошли шпа. По скребьям играет. Ну кто разбил эту лужу здесь? Долбоёбы нахуй. Отключите свою Е нахуй, конченые. Вы еще одну разбили. Сука, животные ебаные, вырубите нахуй свое УЕ, блядь. Если не понимаете нормального языка, блядь. Я, короче, на вот этой танчике был, на передней. А нахуй вы третий боб дали? Вы ебанутые или что нахуй совсем? Ой, блядь. Похуй, переводить. Я по кунке сальву даю. Помираю, нужна сальва. Стан. Не забыл. Это, саппроты выпились, там минус я сняли. Фонарик массакру. Прохил. Арислин или кто там, Мейклав, Эма налет. Копатели сейчас выйдут. Скоро. 10 секунд. Мейклав, сокру. И бабл. Арислин, бабл, массакра. Швеб с гимна хп. Настя, манолёд. Отдай лёд. На, и нажми манолёд. И добивайте босс. Слава богу. Бля, охуенные наручи падают нахуй с этого босса. Заебись. Танк, плащ. Обида, блядь. Я их как-то войду уступил, я помню. Думаю, да токен, забыл, токены, короче, токены, короче, кому надо, не идти сразу сами. Токены эти, блядь. Вот эту обиду, кто, мишки и БДК танки берут, да? Ну, бля, типа, нет. На БДК, на... На ДК танку лучше с меткостью брать. Плащик, плащик, да? Нихуя себе. Охуеть. Танковский. Фонарь у тебя есть? Да, у меня есть, бери. Хорош. Охуеть. Так, давайте полутру. Ну, это хуйня надо кому-нибудь. Ты что, ты клинку нул там? Это ты на что, Эдик? Я таки не понял. Кольцо? Угу. Heart of Tarask. Реально, блин. Дашь плащ сразу? Сейчас. Тишине. У меня же там кольцо хотел. Понервленное. Ну, все равно топовый Кирилл. Даже с нерфом. Он, кстати, Юля возьмет. Юля, ты будешь, да? Поставим по 5 кольцо это брать сделать. ЕП после лут. На нерфа, ну. Разве не 5000 типа, типа топовый тринкет, пухи и все остальное?
Я про целка говорил. Ну, типа, это топовый тринкет, если что? С этой доставкой или нет? На 200. Не-не-не-не-не, это ЕП. Его ж понерфили, этот тринкет. Так должна быть минимальная ставка 5к, ну ладно. 5к минималка должна быть, да, вообще. Если по-честному. Там, по-моему, глаз глаз. Я же говорю, актуального контента, а не вот этого вот ЕВК, актуального. Ну, пухи... Давай трейд. Да. Пухи имеется в виду с лича, да. Пухи с лича, да. И тринкет там. 264. А надо? 260. Который бис. Смотри, вы на мейн ставите или на оф? Войт лайт же мейн. Я на оф. А, на оф, тогда это уже. А, ты рейдер там встал. Ну, что было в чем-то. А ладно, с целка заберу лучше лично. Кольцо силоское. Пускай берут. А то все-таки иногда, блядь, танчить надо. Нормально, что было. Ну, ГЦ. Да, это такой сильно плачено. На самом деле. Что, нормальный? Пойдет. Пока что лучше него нету. Вальман. Аполлон без блока. Блок не нужен. Мора 100. Будет хоть доказательство, что я тут, блядь, проношу инсты, блядь. Чтоб пуги смотрели, блядь, рот открывали. Что, никому не нужен? И кони десятки? А, танковские танки. Не тупи, плиз, да, забирает? Это на ум?